Всем привет, дорогие друзья! Привет! Чем заняться в пасмурное, дождливое воскресное утро? Конечно же, можно отправиться в кинотеатр. Куда мы сейчас отправимся? В кинотеатр в Аланиум. В Алании есть всего два кинотеатра. Один на Адам Латаш, один в торговом центре Аланиум. Идем смотреть веселую турецкую смешную комедию. Ну и заодно покажем вам, что же происходит в Аланиуме, есть ли народ, чем народ занимается и как выглядит кинотеатр в Турции. Вот таких вот милых котиков очень много в Алании. Голодный сидит на лавочке в дождь, но очень-очень умный. Ну что, друзья, мы уже в автобусе, едем на автобусе, потому что дождь и проезд в аланийском автобусе, если у вас нет кент-карты, стоит 3,5 лиры. А также здесь показывают на экране остановки. Чтобы не пропустить свою остановку, вы можете увидеть все это дело на экране, но он, видите, немножко сломался. Начался просто нереальный ливень. Идти от остановки до Аланиума буквально 5 минут, но мы уже все промокли. Мы забежали в Аланиум. Здесь очень много народу. И не работает эскалатор. Очень невесело. Надеюсь, что электричество не отключит в такую грозу. Вот сколько народу на фудкоре. Куча народу, все места, наверное, заняты. Все в дождь, в общем, прячутся здесь, в Аланиуме. А я буду кушать сегодня кумпир. Вот там вот. Айхан пока не знает, что будет кушать. Айхан сыны едет? Да, еще не сынок. А, он сейчас не будет кушать, а я буду. В общем, мы заказали кумпир, Айхан тоже решил поесть. Очень много здесь народу, наверное, именно из-за того, что на улице идет дождь, и все собрались в торговый центр. На такие фудкоры мы ходим очень редко, наверное, только тогда, когда бываем в торговых центрах. И всегда берем только турецкую еду, кстати, никогда не покупаем ничего в Макдональдсе или в Бургер Кинге. И представляете, кстати, напишите в комментариях, если есть такой же кто-то, как и я. Я никогда в жизни не ела гамбургер. Я не представляю, какого он вкуса. Честно говоря, даже пробовать не хочу. Поэтому напишите в комментах, если вы никогда не ели в жизни гамбургер. Единственное, что я покупала в Макдональдсе и Бургер Кинге, это мороженое, салат, ну и кофе с чаем, наверное. Ну а когда... Не хочу, конечно же, никого осуждать, но у меня сразу возникает вопрос, зачем, когда я вижу, вот видите, сзади меня сидят дети и едят гамбургеры, картошку фри, ну, в общем, зачем родители им приучают их есть такую пищу, потому что в студенчестве, сами понимаете, они будут питаться только ей. Это очень-очень плохо для желудков и так далее. Лучше детишкам на таких фудкорах, мне кажется, покупать мороженое или какие-нибудь сладости, но только не гамбургеры и не вот этот вот ужасный фастфуд. Уж лучше турецкий дюрюм купить. Напишите обязательно в комментариях, как вы думаете. Ну а мы ждем наши кумпирчики. А вот Айхан несет свой кумпир с кока-колой. Садись.
воду, можно взять кока-колу, стоит 11,5 лир. Мы обычно берем внутри картошка, если кто не знает. Есть салат оливье, соленые огурчики и красная капуста. В общем, стоит все это 11,5 лир. Многие любят кумпир, многие не любят. Мы очень-очень любим. Поэтому приятного нам аппетита. Если кто-то кушает, вам тоже. Еще после каждого приема пищи, ну, в общем, мы любим пить турецкий чай вот из таких вот стаканчиков. Кстати, тоже напишите в комментариях, любите ли вы пить турецкий чай и именно вот из таких стаканчиков. Потому что я, например, пью, мне мало такого стаканчика, но чай крепкий. И я в основном люблю пить из больших кружек. Айхан, ну, Айхан, понятно, он просто обожает этот чай и пьет не знаю сколько, может 5-10 стаканчиков каждый день. Альбин, качтаны чёрсы? Да, 5-10-15 он сказал. Он беш чоки, а? 15 очень много, но он сказал, что он пьет до 10-15 стаканчиков вот таких вот в сутки. Ну, мы, в общем, поели и сейчас уже отправимся покупать билеты в кино. А еще есть здесь для детей Playland, где, ну, не только дети, но и взрослые с детьми могут поиграть в различные игры. Есть качели, карусели, можно пострелять из ружья. Всякие аттракционы для совсем маленьких. Вот совсем у нас маленький человечек. Айхан, арабай бенеджек мисен? Можно на машинке покататься. Формула бир. Кстати, здесь есть для детей вот такая вот еще комната, где, я думаю, что их можно оставить. Можно оставить, сходить по магазинам. 30 минут стоит 20 лир, 60 минут стоит 25 лир. В общем, вот так вот весело здесь сегодня. Очень-очень шумно. Много детей, взрослых. Кстати, отключался свет пару раз, но никто никуда не бежал, а все спокойно сидели, потому что включился генератор. В общем, вот так вот весело в Алании, когда идет дождь. Театр находится на втором этаже. Кстати, билет стоит сейчас 13 лир на человека. Идет всего 4 фильма. Мы пойдем на веселую турецкую комедию. Посмотрим. Может быть... А, вот, кстати, этот фильм и есть. Вот именно на этот мы и пойдем. А еще здесь есть вот такая вот карусель. На первом этаже продаются всякие разные вкусняшки, сухофрукты, орехи, чаи. Поэтому вы можете тоже приобрести это все в торговом центре Аланиум. Сейчас я вам быстренько покажу, что там есть. Называется Байфастек. В общем, вот такая вот здесь вкуснятина продается. Очень много чаев, лукум и, как я уже говорила, очень-очень много разных сухофруктов. На первом этаже в Карифуре, кстати, продается много разных видов хлеба. И вот если вы скучаете по черному хлебу, можно, например, купить здесь. Цену я не вижу. А, 3 лиры стоит. Айхан, 3 лира садыжи. Есть вот такой черный хлеб. Вот этот черный хлеб стоит 5 лир, 3 лиры, 4 лиры. В общем, много разных видов хлеба. И, конечно же, здесь всякие разные вкусные пирожки и тортики. Также делают гёзлемы. 5 лир с сыром, 6 лир. В общем, разные виды. Еще здесь продается много разных
интересных сувениров, которые можно привезти с собой из Турции или просто украсить свой дом. Всякие кружечки, стаканчики, традиционная керамика. Ну и, конечно же, лампы. Мы уже зашли в кинозал. Сегодня нереально много народу. Потому что раньше, когда мы проходили, было максимум человек 10, а сегодня очень-очень много народу. Посмотрите. Себеп şey. Hem bugün yağmur var, insanlar AVM'ye geldi. Hem de bu film, bu oyuncular da sevilen oyuncular, o yüzden film için. Айхан говорит, причина в том, что много народу. Ну, дождь, понятно. И еще причина в том, что классный фильм, и этих актеров многие любят, и поэтому народ собрался на этот фильм. Ну, дальше, представляете, 20 человек приехало из Гази-Паши. Ну, а пока народ собирается, еще попозже спущусь вниз, покажу вам поподробнее, как выглядит сам кинотеатр. В общем, кинотеатр выглядит вот так. Там сзади меня касса. Здесь сколько залов? Здесь всего один зал. По-моему, всего три салона. Всего три салона. В общем, в каком-то из них идет сейчас фильм. Второй, третий. Мы сидим в первом. Здесь туалеты. Вот так вот выглядит, где продают попкорн. Всякую разную штучку кушать. И вот так вот выглядит наш зал. Уже выключили свет. Pardon, şerefsiz misiniz? Evet, biri. Onur ben. Çok memnun oldum. Ben de. Ya sen dün otoparkta bana... Evet, sana yardım etmiştim. Yani yardım etmişsin, evet. Birlikte seyahat edeceğiz demek. Aynen. Güzel. А еще в турецких кинотеатрах есть такая особенность, посреди фильма делают перерыв, выйти, сходить что-нибудь, купить, попить, в туалет сходить. Шейдеру, молова, башка чмиря, да? 3 часа Я не знаю, напишите, есть ли в каких-нибудь других странах в кинотеатрах перерыв. Но в турецких кинотеатрах есть перерыв, представляете? Мы сейчас смотрим вот этот вот веселый фильм, который называется «Yol Kardeşim». Ну, что-то типа фильм про «Yol Kardeşim». Что-то типа про «Бла-бла-кар». В общем, как едет с попутчиком с Истамбула в один из городов. В общем, веселый фильм, все угорают, зал полный. Вот, смотрим дальше. Закончился фильм, на улице уже идти, но сейчас потихоньку пойдем домой. Надеемся, что вам понравилось это видео, друзья. Шемсие. Зон не забыли. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Пока.